«Белые ночи» в Санкт-Петербурге – выдающееся событие в отечественной онкологии. Надо сказать, что ленинградские онкологи вносят огромный вклад в дело помощи онкологическим больным в нашей стране. Эти достижения признаны в мире. И здесь есть славные традиции. Выдающиеся ученые работали в Санкт-Петербурге. И сегодня продолжает работать выдающийся человек, выдающийся профессор Анатолий Михайлович Гранов. Я хотел бы пожелать ему новых успехов, здоровья и всего самого лучшего. Мы рады быть здесь.